Приветствую вас. Начать свой ответ я бы хотел с того, насколько вы понимаете возможность оказания вам, собственно говоря, помощи. То есть насколько вы соразмерно и адекватно реальному положению вещей представляете себе нашу помощь вам, то, что меня в первую очередь, наверное, интересует. Потому что вы не раскрыли, например, то событие, которое с вами произошло, вы не раскрыли те обстоятельства, которые вас, к примеру, травмировали. Вот. А вы говорите о своей проблеме достаточно поверхностно, предполагаю, что более подробно она будет раскрыта на консультации. Но если так, то почему вы не обратились сразу напрямую к выбранному вами эксперту, который бы вам понравился? С другой стороны, если вы хотите услышать мнение о своей проблеме, то то событие, которое с вами произошло, оно, на мой взгляд, представляло и представляет из себя до сих пор для вас некую такую драматичность, я полагаю, в какой-то степени достаточно серьезный, раз после этого изменились некие ваши представления о себе и о жизни. Можно, конечно, предположить, что изначально у вас не было уверенности, например, в себе, достаточно и для того, чтобы чувствовать себя комфортно, для того, чтобы чувствовать себя полностью уверенно в какой-либо ситуации, в какой-либо истории. Поэтому самую ситуацию нужно разобрать. И, что важно, заново ее пережить. Ну и поработать с вашими чувствами, которые имеют место быть, для того, чтобы вы лучше в них разобрались, лучше разобрались в себе и прочее. Что касается ненужности, то здесь история заключается в том, что у вас нет своего смысла жизни, у вас нет своих целей в жизни, у вас нет чего-то, что важно для вас в жизни. И, на мой взгляд, именно по этой причине, на мой взгляд, вы так себя и чувствуете. Вот. Ну, помочь вам разобраться с этим, помочь вам разобраться в себе, помочь вам найти смысл своей жизни, может также психолог. То есть это, в принципе, наша работа. Вот. Вопрос заключается, конечно, в том, готовы ли вы в этом направлении двигаться, готовы ли вы работать, готовы ли вы исследовать себя, готовы ли вы консультироваться.
Вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.